важнейшая форма народовластия и высшая демократии. Мы как никогда ранее видим дальновидность этой политики. Как родилась идея народного обсуждения важнейших векторов развития государства. Для понимания, средняя пенсия в 1994 году была менее 7 долларов. Важно было обеспечить устойчивое функционирование народно-хозяйственного комплекса. Вопрос стоял очень банальный. Накормить людей, которые живут в нашей стране. Задачи их исполнения, тезисы, воплощенные в реальные дела и проекты. Об уровне развития страны всегда судят по уровню развития здравоохранения и образования. Наука совершенно преобразилась. Она направлена на перспективу развития. Мы не просто сохранили, но мы значительно приумножили. И люди с четкой гражданской позицией, стремящиеся сделать жизнь лучше. Для нас очень важно, что сохраняется социально ориентированная модель нашего государства. От истории до современности. Фильм агентства теленовостей «Народный диалог». Смотрите прямо сейчас. Жизненный уровень людей, не допустить массовой безработицы. Мы это время шли от жизни и правильно определили приоритеты. Вы все их знаете. Это экспорт, это жилье, это продовольствие. Обустройство наших городов и поселков, обеспеченных их жителей рабочими местами, уровень бытового комфорта населения, особенно на селе, ассортимент доступных товаров, возможности для интересного досуга и отдыха – все это и многое другое требует значительного улучшения. Созданное трудом народа нам надо всемерно защитить, и мы это сделаем. Инновации, IT-технологии, приватизации и прочее – все это понятно. Мы уже это освоили. Но все и наша жизнь в простом. Надо раздеваться и работать. Анализ задач народных вечер – фактически история современной Беларуси. И легко проследить приоритеты народа на разных этапах развития государства. Важнейшая форма народовластия, высшая демократия – все это о Всебелорусском народном собрании. Кто собирается? Это форум представителей всех регионов страны и социально-экономических сфер жизни. Формируется детальный срез всех слоев общества. В современной истории Всебелорусское народное собрание проводилось 5 раз, предстоящее станет 6-м. Что обсуждается? Важнейшие госвопросы. От масштабных реформ до программ по ключевым отраслям. Чтобы понять, как это работает, обратимся к истории. Обсудить с народом стратегию и тактику развития страны президент впервые предложил в октябре 96-го. Государство в те годы еще лихорадило после распада Союза, сумасшедшая инфляция, промышленные гиганты без заказов и костры в зимних цехах, дефицит госбюджета. Какой выбрать курс развития молодого суверенного государства – вот важнейший вопрос. И путь выбирает народ. Именно такой посыл самого первого форума. И сейчас, когда нам надо сделать решительный шаг вперед в социально-экономическом развитии, в реформировании политической системы, я хочу посоветоваться с вами, представляющими в этом зале весь белорусский народ. Почти 5000 человек в тот день решили, стране нужно активно работать на экспорт, зарабатывая валюту на развитие Беларуси, в том числе на агропромышленный комплекс, сильный еще со времен Союза. Сегодня инновационное развитие экономики, в том числе и сельскохозяйственное производство, немыслимо без знающих, хорошо подготовленных кадров, которые готовят, конечно, высшие учебные заведения. Конечно, были поставлены конкретные задачи аграрной отрасли вообще, и в плане подготовки кадров в высшем учебном заведении. Итог. Первая в истории независимой Беларуси 5-летняя программа социально-экономического развития. Делегаты поддержали также инициативу главы государства внести изменения и дополнения в Конституцию. Очень важно, чтобы голос каждого был услышан на Всебелорусском народном собрании. И при этом
ведь принятые решения, им придается характер всенародных решений. Люди видят свою роль и чувствуют свою ответственность в их реализации. Второе Всебелорусское народное собрание состоялось под лозунгом «За сильную процветающую Беларусь». К этому моменту за 5 лет ВВП вырос на 36%. Вверх пошел экспорт, а промышленные гиганты встали на новые рельсы. Дальнейшим приоритетом названо решение жилищной проблемы и обеспечение продовольственной безопасности. Именно тогда появился тезис «Белорусская экономическая модель». Всебелорусское народное собрание, оно является одним из важнейших факторов прямой демократии. И хотелось бы, чтобы в следующую 5-летку наше правительство особо уделило внимание качеству образования, сохранению семейных традиций. Сегодня частный бизнес, он такой же, как и государственный, платит активные налоги. Поэтому, что бы мы хотели, это легко доступность тем программам, которые решаются на межгосударственном уровне, которые действительно имеют глобальное значение для экономики нашей страны, чтобы мы действительно там активно участвовали. К марту 2006-го ВВП вырос более чем на 43%. Президент требует активно внедрять в промышленность инновации, а в рыночной экономике учитывать и госинтересы. И главный тезис – все для народа, все во имя народа. У нас сейчас важно прежде всего – это социально-трудовые отношения, это уровень заработной платы. Естественно, это все обеспечит эффективную занятость. Через 5 лет напряженной работы за новое качество белорусской продукции, за рынки сбыта и собственное место под солнцем – белорусы решили на народном вече в следующей 5-летке сделать ставку на качество жизни, создавая комфорт. В 5-летний план прописали возведение доступного жилья, а властям была поручена глобальная модернизация экономики и создание импортозамещающих производств. Юбилейное Всебелорусское народное собрание обновило лозунг «Вместе за сильную процветающую Беларусь». Сама атмосфера Всебелорусского народного собрания, она, конечно, имеет такой очень масштабный, энергетический заряд. Для себя я сделала такой определенный вывод, что сегодня, в такое неспокойное для нашей страны время, мы должны каждый, кто дорожит миром и согласием в нашей стране, выстраивать только мирные и спокойные взаимоотношения. Народные вечи определяли тактику созидательных перемен в стране и в обществе. От стратегии программ до конкретных инициатив во всех сферах нашей жизни – в экономике, медицине, образовании, науке, во внешней политике – пройдемся по ключевым направлениям в разрезе «Было-стало». Промышленность. Поднять ее и вывести для начала на докризисный 90-й год – первоочередная задача самого первого в истории Беларуси Всебелорусского народного собрания. Ведь сильное производство – это возможность создавать социальное благо и комфорт для населения. Для понимания, средняя пенсия в 1994 году была менее $7, а уровень безработицы к 1996 году достиг максимального значения – 4,7%. Отсутствие на тот момент национально ориентированной внешней политики едва не привело к краху. Стране нужны были свежие идеи, как поднять промышленность, как конкурировать на рынке, как обеспечить белорусов собственным продовольствием. И для начала сохранить научные коллективы. С распадом Союза за границу уезжали целые лаборатории. Белорусской науке с поддержкой государства удалось удержать высокую планку. Традиционно сильные школы оптики, электроники, физики, химии, машиностроения продолжили развиваться. Наука совершенно преобразилась. Она направлена не только на целевые решения целевых проблем и целевых задач, которые стоят перед, но она расправлена и на перспективу развития. Когда мы могли думать о том, что Белоруссия станет, ну, одной из космических, так сказать, членов космического общества. Когда мы знали, что мы можем сами строить электромобили. Когда мы думали, что 50% всех лекарств, которые производят, стали производить у нас. Здесь же участвует вся наука. Очень тесное взаимодействие наше стали с производственными предприятиями. С неба ничего не падало. За каждым успехом труд миллионов белорусов. Рассуждает дважды делегат Народного форума Игорь Комаровский. 2001-й впервые за годы суверенитета удалось экспорт нарастить до 8 миллиардов долларов. А уже через 3 года Беларусь первая на постсоветском пространстве преодолела уровень до кризисного 90-го. Еще через 2 года выпустила промышленной продукции больше в 2,5 раза. И к 5-му Всебелорусскому народному собранию, кроме госсектора, обсуждали раскрепощение деловой инициативы, создание условий для развития малого и среднего бизнеса.
каждый третий карьерный самосвал, каждый восьмой трактор, каждая пятая тонна калийных удобрений произведены в Республике Беларусь. А это стоит дорогого, и удержать эти позиции на мировом рынке в условиях такой жесточайшей конкуренции и глобальных вызовов отнюдь непросто. 2012-й. Вместе с эрой белорусского космоса развивается крупный сегмент промышленности. Белорусские бренды узнают на всех континентах, наращивают обороты машиностроения и уже в 2016-м формируют 13% ВВП страны, дают каждый 9-й рубль выручки от экспорта. Гендиректор холдинга «Горизонт» Юрий Притко делегатом был дважды, воплощал в жизнь принятое на народном вече решение. Здесь и повышение конкурентоспособности товаров, увеличение производительности труда, формула в экспорте 30-30-30, плюс внедрение передовых технологий, без которых просто немыслима современная электроника. Как результат, за 5 лет белорусский производитель превысил практически все экономические показатели. У нас более 70% инновационной продукции, каждый год мы об этом говорим. И поэтому наши объемы выросли в несколько раз за последние несколько лет. Но это подтверждение тому, что наш продукт востребован. Все под заказ, без работы на склад. И здесь, как по всей стране, заложен принцип – чем лучше работает предприятие, тем лучше живут его сотрудники. И успехи промышленные дают возможность развивать собственную социальную сферу. Я посмотрел на изменения благосостояния и, собственно, рост доходов работающих. Они за 5 лет увеличился в 2 раза. Уровень зарплаты вырос в долларовом эквиваленте более чем на 30%. Ставка на собственное сырье, масштабную модернизацию производств по его переработке и один из тезисов народного веча 5 лет назад. Деревообработка, стройотрасль, другие направления – есть немало достойных примеров. Так, продукцию из дерева с маркой «Сделано» в Беларуси знают уже на всех континентах. В США, Канаде, Китае, Вьетнаме, на Филиппинах. Среди ближайших славянских соседей мы в лидерах по производству продукции из дерева на душу населения. Глубина переработки стремится к 100%, и на карте страны более 2500 организаций. Создавались и новые предприятия в разных отраслях, и за эти 5 лет стали на ноги. BLG, совместно белорусско-китайское предприятие по изготовлению новых автомобилей легковых. Это и известное предприятие штат Дерминск, белорусско-швейцарское. Я не напрасно называю именно эти предприятия. Они первые приходят на ум. Их продукция фигурирует не только внутри республики, но и далеко за пределами. АПК. Первая программа социально-экономического развития во главу угла поставила реформирование аграрного комплекса и, по сути, показала болевые точки сельского хозяйства, что стало лишь дополнительной возможностью стратегически посмотреть на отрасль и найти правильный подход. Если окунуться нам в историю и посмотреть, что представляло собой сельское хозяйство нашей суверенной Беларуси в самом начале нашей истории, конечно, можно сказать, что это было плачевное состояние АПК. И вопрос у нас не стоял про экспорт продукции, вопрос у нас не стоял там про какой-то широкий ассортимент выпускаемой продукции. Вопрос стоял очень банальный – накормить людей, которые живут в нашей стране. Вторая пятилетка для АПК прошла уже по знакам совершенствования. Молочное и мясное скотоводство определены ключевыми направлениями. Никто в те годы и не думал, что к 2020-му они будут в драйверах экспорта и станут приносить стране валюту. Техническое перевооружение нашего технического парка, автотракторного парка, техническое перевооружение наших перерабатывающих предприятий. Вот это был основной посыл этой программы. Третья программа – возрождение и развитие села. И на фоне развития наших производств нам нужно было закрепить людей, молодых специалистов на этой земле. Агрогородки уже в те годы прочно вошли в лексикон белорусов. Их построили за 5 лет 1481. А это социальные стандарты на селе, садики, ФАП, оздоровительные центры, школы, создание новых рабочих мест, дороги. К 2010-му удалось выпустить продукцию сельского хозяйства на четверть больше. А дальше было внедрение технологии и модернизация.
Как результат, сегодня мы ставим планку в 7 миллиардов долларов за 5 лет в экспорте. Мы ожидаем рост во всех категориях хозяйств 104,8%. В растениеводстве 10,9%, в животноводстве 4,3%. Пятое. Народное вече сориентировало АПК на экономические показатели, подтолкнуло к поиску новых ниш на рынках, к диверсификации поставок продукции, к расширению линейки. Если сравнить было, стало, от начала пути до этого дня белорусам удалось удвоить производство молока. В 3 раза увеличили производство мяса и, секундочку, в 12 раз мы приросли по экспорту. Пятерка топовых мировых экспортеров по маслу и молоку – наш конек. И сыр стал золотым драйвером экспорта сельхозпродукции. Работа на земле в Беларуси – это уже агробизнес, а не битва за урожай в зоне рискованного земледелия. Тамару Долгошееву делегировали на Всебелорусское народное собрание 2 раза. Это были годы укрепления социальной сферы, упор на развитие человеческого потенциала, внедрение инноваций. Медицина – ключевой вектор. Будучи главврачом Гродненского областного кардиологического центра, Тамара Долгошей наблюдала лично, как притворяется в жизнь решение ВНС. Воплощение конкретно в том регионе, который я представляю, город Гродно, было очень активно. Именно в эти годы была развернута масштабная реконструкция реанимационно-операционных блоков. Построен Гродненский кардиохирургический центр, является бессменным лидером по объемам, видам и результатам проводимых кардиохирургических вмешательств среди областных центров Республики Беларусь. Доступность медицины каждому – выход на новый уровень качества. О белорусской медицине заговорили с придыханием и за границей. А 80% пациентов с острым коронарным синдромом, инфарктом смогли получать оперативную помощь прямо в день поступления. В настоящий момент очереди на кардиохирургические операции на открытом сердце в Гродно нет. В настоящий момент это новая эра в развитии кардиохирургии, тогда, когда люди могут получить помощь при протезировании клапанов без использования высокотравматических разрезов, которые использовались нами ранее. Врач-кардиолог, зав. Отделения Валентина Курцевич делегатом было на 5-м Всебелорусском народном собрании. На тот момент стаж работы в системе здравоохранения более 25 лет. Сейчас медицина, вот это действительно так, оно шагнуло очень и очень вперед. Вперед шагнула по очень сложным, по очень многим даже позициям. Не говоря о том, что это развитие обыкновенных, вот повышение качества и доступности медицинской помощи. Боровляны – место концентрации крупных клиник, для нее родной округ. Рывок в развитии даже за последние 5 лет очевиден, причем от районного звена до научно-практического центра. За последние десятилетия онкологическая помощь претерпела значительное развитие как в техническом плане переоснащения, так и в возможностях лекарственной терапии. Появление новых диагностических возможностей ПЭТ-КТ, позиционно-эмиссионная томография, молекулярно-генетические анализы, определение генетического статуса пациентов, чтобы выбрать более так называемую таргетную терапию, оснащение новыми радиологическими комплексами. Действительно, здравоохранение Минского района материально-технической базой прирастает. Вначале это была установка компьютерного томографа. Построен вот этот корпус, оснащен современным оборудованием. В этом корпусе появилось отделение для пациентов с нарушением мозгового кровообращения, кардиологическое отделение, отделение реанимации на 12 коек с современным оборудованием. Поэтому сюда появилась возможность прийти к кафедрам Белорусского государственного медицинского университета, кафедре хирургии еще, потому что у нас расширились возможности для оказания хирургической помощи, и из Белорусского института постдипломного образования, кафедра неврологии. Поэтому это стало большим подспорьем и помощью нашим врачам соединение науки с практикой. Рейтинги хорошо говорят о многом. В 2015-м белорусское государство вышло на 47-е место в мире по уровню развития здравоохранения, опередив США и Россию. Сравнить было стало легко. Большое внимание к, в том числе, бытовым условиям по отношению к нашим медицинским работникам. Вот как живой пример, в текущем году, благодаря Минскому областному исполнительному комитету, были введены в строй
два общежития для наших медицинских работников квартирного типа. Был реконструирован санаторий под, опять же, общежитие для медицинских работников Минской области. И в настоящее время проводится работа по разработке проектной документации для капитального ремонта нашего общежития номер 15 в агрогородке Лесной. Пересадка печени, сердца, ряд сочетанных операций. Именно на ВНС в свое время было решено, что стране это необходимо. И за два последних пятилетия их удалось поставить на поток. По темпам развития этого сложнейшего вида хирургической помощи Беларусь вошла в топ-10 стран, которые занимаются трансплантациями. Для понимания, стоит это очень дорого. Беларусы получают новую жизнь фактически в дар. И об уровне развития страны всегда судят по уровню развития здравоохранения и образования. Насколько можно доступно, бесплатно получать все системы образования, дошкольного, школьного, высших, СУЗах и вузах, и насколько доступна, квалифицирована оказывается медицинская помощь. Если в 90-е нам кто-то сказал бы, что уже к 2015-му Беларусь войдет в тридцатку передовых стран по уровню развития образования, а белорусские вузы попадут в топы лучших на планете, это вызвало бы улыбку. Сегодня привычный порядок вещей. Экспорт услуг, иностранные студенты в вузах – тоже норма. Только за последние 5 лет на 35% увеличилось количество иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях нашей страны. Это более чем 100 стран мира. Практически все наши вузы представлены в международных рейтингах, а Белорусский государственный университет входит в 3% лучших университетов мира. В разные годы реформаторами предлагались радикальные меры. Отказ от госфинансирования, высшего и специального образования, переход на платную основу, но обошлись без коренных ломок. Ставку сделали на профтехобразование, адаптировали его к рынку труда. Взялись за качественную сторону, например, в таких материях, как современный менеджмент, финансы, маркетинг. Беларусь в лидерах по числу тех, кто получает профобразование. Мы не просто сохранили, но мы значительно приумножили, потому что все мы понимаем, что в экспортоориентированной экономике именно профессионально-техническое образование является гарантом высокого уровня специалистов, работающих во всех сферах экономики. Полный переход на новые учебники программы в 2021. Это тоже одна из задач, поставленных на Всебелорусском народном собрании. И мы активно используем информационные технологии, технологии дополнительные на реальности. Практически в каждом нашем учебнике сегодня можно найти QR-код, который позволяет ученику либо получить дополнительную информацию по учебному предмету, либо выполнить задание для самопроверки, либо перейти на какой-то интересный внешний ресурс. Беларусь по показателям доступности образования, поступлению детей в школу, количеству студентов учреждений высшего образования на уровне высокоразвитых государств и впереди ряда стран Европы. 2020-й за белорусскими школьниками 40 медалей на международных олимпиадах, 8 из них высшие пробы. Рост на 35% за 5 лет числа студентов из 100 стран. И экспорт высокотехнологичной продукции университетских технопарков более 5 миллионов долларов. С умными, образованными людьми, таланты, потенциал которых работает на экономику, имидж страны на мировой арене, легко строить сильное государство. Каждые 5 лет, начиная с первого народного веча, вызовы, с которыми сталкивалась Беларусь, были разными. Но позади и мировые кризисы, и гриппозные пандемии, и в самом начале непростое становление экономики в суверенном государстве. Но курс, как и было определено народом, остался по сей день именно социально-политическим. Систему социальной поддержки делегат предыдущих всебелорусских народных собраний Ольга Петрашова называет уникальной. Действительно, мало кто задумывается. В Беларуси выплачивается 11 видов различных пособий. Для нас очень важно, что сохраняется система, сохраняется модель, социально ориентированная модель нашего государства. Мы убеждены в том, что на Всебелорусском форуме на профессиональном уровне, результативно, конкретно будут обсуждены вопросы по дальнейшему социально-экономическому развитию нашей страны на ближайшую пятилетку. Будут обсуждены вопросы по совершенствованию общественно-политической системы нашего государства. На столе у парламентария Людмилы Кононович книга о Младечнинском районе.
признается, стал фактически для нее талисманом, ведь регион родной. В свое время на Всебелорусском народном собрании его и представляла. И депутат отмечает, какую гордость испытала за земляков, которые имели возможность выразить свою точку зрения о главном для страны. Создана такая крепкая, эффективная система социальной защиты. Наши граждане получают разнообразные социальные услуги. Если говорить, то вот порядка 145 тысяч получают услуги. А если говорить о финансах, которые как раз направлены на помощь нуждающимся нашим гражданам, то за 5 лет это около 500 миллионов рублей. Белорусские мамы имеют возможность, находясь в декретном отпуске, дистанционно трудиться, не теряя при этом пособия, использовать досрочно материнский капитал. Таким правом воспользовались уже треть многодетных семей. В свое время это стимулировало появление в семьях третьих-четвертых детей. Сегодня эксперты думают, как придать смелости семьям на рождение второго ребенка. Как усовершенствовать систему образования и рынок труда. Это своего рода инвентаризация тех проблем, которые существуют в нашей стране. Мы будем говорить о новых подходах к семейному капиталу, потому что мы продлили, о возможности его раннего использования. Если мы говорим о национальной концепции долголетия, то пятилетка будет направлена на то, чтобы ее реализовать. Все, что имеем, не подарок, упавший с неба, и даже не результат сырьевого экспорта. Это все мы сделали сами и вместе. Благодаря собственной модели развития Беларуси удалось спасти страну от кризисов и с честью противостоять последствиям, которые испытали многие страны. В современных реалиях ожидания от масштабного народного форума повышены. Каждый белорус хочет услышать ответ на свой вопрос, но в целом эта тема едина. Каким станет наше белорусское государство на этом этапе исторического пути? Всебелорусское народное собрание, как и в прошлые годы, должно сыграть свою консолидирующую роль в обществе. И сегодня это путь к национальному согласию, укреплению государственности и суверенитета.